Приветствую всех, Job School, с вами я, Достан. И сегодня, наконец-то, мы закончили этот долгий курс английского, можно так сказать, разговор на английский за 26 уроков, в котором мы поговорили на такие самые начальные темы в английском языке, грамматика, словарный запас. И всех я вас поздравляю, спасибо большое, что оставались с нами. Конечно же, этот курс был записан довольно-таки давно, в конце 2014 года, так что я в то еще время был еще все еще молодым, но мы все-таки всегда растем, да, и невозможно быть всегда в топе, да, или невозможно сразу знать все. И тем самым вы увидите улучшение, и вы будете видеть больше улучшений, потому что мы стараемся, мы делаем контент еще доступнее. Как видите, да, сейчас можно добиться всего, если у вас есть какие-то знания, если у вас есть какие-то навыки, вы можете достичь таких высот, которые вы не ожидали. И тем самым я хочу продолжать этот проект, еще будет больше много новостей, так что ждите, мы сделаем еще больше контента для вас специально, так что оставайтесь с нами, а мы начинаем наш крайний урок. Вы любите шопинг? Yes. Да? Но не очень, да? Но больше всего мы, конечно, любим экономить, да, к примеру, да? Чтобы говорить о ценах, мы сначала должны спросить, да, что сколько стоит, да? Давайте вспомним, да. Сколько это стоит? How much is this? Это вопрос, да? Хорошо. И если вы, например, оказались в магазине, да, вы подходите к продавцу и можете сказать excuse me, да, прошу прощения, how much is this, сколько это стоит? И вам продавец будет отвечать, да, что сколько это стоит. Он скажет вам it is какая-то цена, да, к примеру. Скажем, да, давайте скажем $17 25 центов. It is $17 25 центов. $17 25 cents. Да, но если вы хотите, вам продавец может сказать... $17.25. Да, 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 то есть он уже не будет, да, говорить доллары или центы, да, уже понятно. Да, давайте скажите, это стоит $17.25 25 центов. $17.25. Все, да? Хорошо, давайте немного другая цена. Давай, Мадина. Это стоит $10 40 центов. Ten? Forty, да? Хорошо. Следующая цена немного подороже, скажем, давайте скажем, да, $100 и... 100, сейчас подождите, 189, 9 центов, давайте. Рустам, пожалуйста, это стоит 189.9, да, это стоит $189 9 центов. Хорошо, давайте спросите, пожалуйста, у меня, к примеру, сколько это стоит? How much is this? It is $17.25, да, хорошо. Или, да, если вы уже, если вы, вам сложно понять, да, чаще всего продавцы очень быстро разговаривают, да, когда они объясняют цену, и, например, они могут сказать $10.25, да, сложно расслышать, да, сколько именно, сколько что-то стоит, да. Что мы можем сказать, Мадина, к примеру? Да, или можно повторить еще раз, или, к примеру, чтобы он написал, да? Написать как будет? Write it down, да? Write it down. Ширин, скажи, пожалуйста, напишите это мне, цену. Please. Write it down. Write it down, да? Хорошо, скажем, вы уже купили что-то, да? Вам обошлось это в, скажем, 10.40, да? Давайте скажите, это мне обошлось в 10.40. It is было, да? Это в настоящем. Значит, вы уже говорите, мне это обошлось. Прошедшее? It was, да. It was? It was 10.40. Да.
Хорошо. То есть не нужно, да, говорить the price was, да, цена была, или там I paid money. Понятно, что вы заплатили деньги, да, за это. Хорошо. Ну, в следующий раз. Да, чтобы в следующий раз обязательно спрашивайте цену, да, если вы не поняли, какая цена, попросите write it down, да, написать, а то на кассе могут быть какие-то уже проблемы, да, с этим. Хорошо, что связано с... это пока все, что связано с ценами в магазинах. Спасибо, что были сегодня с нами, спасибо, что слушали, надеюсь, вы выучили что-то новое для себя. Хорошо, thanks for being here today and see you next time. Bye for now. Bye.